Это вторая часть «Пряток». Лиза вышла. Дашу я не знаю. И за нами гонится. Нас только двое. Девочки, а как вам идея? Какая? Вы будете с Викой сниматься, а мы будем с Лизой бегать. Сними меня, сними меня. А у вас запись идет? Да. Да? А давайте, как вам идея? Мы с Лизой будем снимать на мой телефон и будем бегать от вас. Давайте. А кто будет вам? Не я, пошел. Не я. Давайте на чур. Давайте вы будете вот. Ну, нет, давай. Нет. А потом наоборот. Да, потом наоборот мы будем. А можно мы с тобой, Даш? Ну, блин, а. Короче, идем. Они прячутся, а мы ищем. Ну да. Все, идите, прячьтесь. Идите, прячьтесь. Идите прятаться! Идите прятаться! Считаем до 20! Раз, два, три, четыре! Два! Короче, там ерунда какая-то происходит. Прячьтесь! Прячьтесь! Ой, ладно, давай прогуляемся, пока они там прячутся. Может, их вообще искать не будем? В смысле? Ладно, окей. А что ты предлагаешь делать? Кататься на качелях, кататься на качелях. Нет, так не пойдет. Ну, не окей, пойдет. Тогда просто пойдем. Мы будем их искать. Пойдем, пойдем. Нет, не надо следить. Тогда мы в ту сторону. Это было. Это был шок. Блин, машина, ты чё? Тапок свой бросаешь-то, а? А это вы видели на эту? Это смешно было. Сколько подожди? Цена. Срочно продаю компьютер. Две комнаты. Двухкомнатную квартиру. Сахнинская. Д8А. Третий этаж. Площадь. Цена. Это 3 миллиона рублей. Я не пойму, это... Раз, ты издеваешься? Два, три, это четыре, вообще нормально? А, если 6 это ноликов, тогда миллион. 3 миллиона. Ну, нормально. Давай сорвем. Давай. Я ж пошутила, не надо. Вот посмотрите, что за человек это сделал. Зато никто платить не будет. И деньги сохранит. Правильное решение. Но все равно. Пойдем их искать, может, а? Кстати, я считала про себя, уже 20 минут прошло. Надо было на время засечь. 20. Так, короче, идем искать. Так, короче. Идем искать. С этой негодяйкой. За это никто 3 миллиона платить не будет. Вот правильно. Это гигантские деньги. Давай. Но вы нужны 3. Давай. Ну как-то так. Да еще раз. Ай, больно. А ну-ка дай я. Ой, а ну-ка дай я. Опять раз. Давай еще раз. Ой, я чуть в эту трубу не врезалась. Дай я. Может? Ай! Ай! Меня шлёпнуло. Блин, тут много детей. Тут невозможно ходить. Не, ну там вот получше. Вон там вот получше. Получше? О, Лиза нашла! Лиза, я нашла! Мы нашли вас всё! Лиза, ты вот, да ты первая нашлась! Ты туда, я туда. Все. Мы разделились, чтоб так было быстро.
сейчас бегу, чтоб подловить, может, Лизу. Так. Я не пойму, где Лиза. Я могу пропустить их. Так. Ну, Лиза была первой найдена. Тогда Лиза по-любасу будет с Дашей водой. Я просто спокойно иду и все. Я видела, куда-то с Лизой сюда побежала. Вот они точно. Нет, это прикол. Я даже своего напарника потеряла. Надо было с ней договориться, где-нибудь встретиться, и все. Так, ну Даша может еще в подъезде спрятаться. Вот это минус, скажу. Потому что мы ограничений никаких не делали. И она может, правда, в подъезде спрятаться. Ждать. Вот, а я вас искала! Я уже начала плакать, напарника потеряла. А мы тебя искали. Я напарника не потеряла. А давай ты сейчас скажешь нам, где напарник, а я тебя... Не, нельзя, нельзя так делать. Мы должны сами. А можно на турники пойдем? На какие? Я знаю, где она. Она за дома лежала. Если пошел на турники. На турники. Только никуда не убегай. Ну если что, имею в виду. Я тебя первой нашла. Ну, я ее заметила. Пошли, что за этот дом? Чего, будем разделяться или как? Да я думаю, то, что не надо, но я как бы там дальше не видела. Может, она нас обманула? Кстати, ну да. Хорошо, встречаемся возле беседки. Все. Встреча, если что, наметила. Я туда же хочу пройти. Вдруг она тут будет. Нет, она... Тут ее нет. Я тогда вот эту нычку пойду. Вот в эту нычечку. Ух. Ой, ветер дует, чуть меня не сдувает. Я, короче, Дашу вообще не вижу. О, это ты? Да. Я тут обошла, я под машинами вижу. Посмотрела. Я ее тоже не знаю. Может, она правда обманула? Я тоже не знаю. Она может еще в подъезде это спрятаться. Она еще в подъезд может спрятаться. Ты понимаешь? Да, но вот тут она тоже могла спрятаться. Тут не видно же. Сюда у нее, к сожалению, нет. Опа! Стоп! А, я думаю, это Даша. Так она же вроде в синем. Да? Да. Мне показалось желтым. Вроде. Пошли в подвеску. А как мы откроем? Может, она домой пошла? Скажи, мы ее мало. А я не знаю. А я не знаю. Так, давай сначала Лизу найдем. Где она? Только, наверное, на турниках я ее знаю. Ее нету на турниках. Ты посмотри. Пусто! Да. Тут одиночество на турниках, ты видишь? Нет, Лизы. Я
они же тоже видосик, не забывай, снимают. А, да. Интересно, она его выложит? Конечно, я что же буду вешать. Где они были? А, где Даша была, посмотрим. Так, давай наши нычки посмотрим, где мы прятались. Где нычки? Где, когда нычки? Что нычки? Мы когда без тебя, мы уже играли. Где нычки? И нычки у нас были крутые. Кто у меня подъезд? А я не пойму, а где Лиза? Ты же сказала, на турниках. Я вроде никого не вижу. Давай окружаем куст. Так, ты слева, я с правой. Я похоже Дашу видела. Бежи, знаешь. Где Даша? Ты бежишь туда, а я там. А ты что там? Вроде не... Я... А, я Лизу вижу там! Давай ты туда, я сюда. Короче, я видела Лизу. Шуа! Часть.